Всем здорово. Я нередко сижу в ТикТоке, в принципе, как и вы. И по-любому каждому из вас попадались грёбаные видео с лицом А4 и говорящими вещами. И все нормальные люди, как и я, поначалу пролистывали эти видео, поскольку это полный кринж. В основном эти видео представляют из себя байты. Байты на что? На то, чтобы перейти на экстрим и потыкать им по носу там или по жопе, не знаю почему. Ладно, объясню на примере. Смотрите видео. Глен, чё ты смеёшься? Я нажал на нос на твоём лице, у тебя маска слетела. Что, чел, не нажимайте на сремя... Ну, не знаю, как по мне, тут налицо патологический даунизм. Но если так подумать, раз снимал, так пусть снимает. Какая вообще кому разница? Но вот есть люди, которые реально ведутся, и это не один человек, даже не 10. Даже не 10 тысяч, там имею минимум 50. Я, конечно, не хочу, чтобы вы деградировали, но посмотрите еще пару их видео. Пойдите так на стриме орех чистить. Это сколько онлайнов будет, сколько просмотров, ребята, мы бесплатно идею подгоняю. Чистите не яйца, чистите орех вот так вот на стриме, и будет вам счастье, будет вам 100 тысяч онлайна за залипательное видео такое, залипательный стрим. У него маска сидела на эфире, блин, а я-то думаю, почему у меня весь чат угорает. У меня из-за мини-короны и очков же маска слетает, блин, и из-за того, что если много тыкать тоже, не заходите на эфир и не тыкайте, пожалуйста. И ладно бы это был один человек, но за ним последовали, скорее за ними, таких хантов много, последовали дофигища школьников, которые стали делать подобные видео с такой же маской, ну и почти таким же автотюненным голосом. Вот вам пример. Да, ребят, было такое, то, что я попадал на поезд, но я выжил, с тобой все в порядке, видите, со мной не хорошо, не бойтесь, я живой. Тут я уже задался вопросом, специально ли он это делает, или он реально считается это крутым контентом, а это и не важно. Посмотрим еще такое видео. Может быть, там уже будет что-то смешное или что-то грустное. Собачка. Вау. Детдом собачек нужно, да? Да, вот он, конечно, надристал кринжа. Огромное ему спасибо, что такие люди, как они, дали мне идеи для нового ролика. Я с вами попрощаюсь и надеюсь, что вы не будете снимать ТикТок. Нет, снимать ТикТок можно, но снимать ТикТок только кринж, это реально постыдно. И, возможно, скоро вы окажетесь у меня в ролике. Всем goodbye.